Ти знаєш, хто я? Мільйонер, який хоче поговорити о твоєму будущем. О чем ты мечтаешь, Марк? Я хочу быть первым. Ясно. Вот ключи. Особняк в твоем распоряжении. Располагайся. Понял. У тренера Дюпона есть идея. Он хочет, чтобы его вилла стала официальной тренировочной базой национальной сборной. Чего он хочет? А ты как думаешь? Смотри. Это все. Все, о чем мы мечтали. Марк, ты всю жизнь был в тени своего брата. Пришло твое время. Обещаю. Я сделаю все, что в моих силах. Я подниму эту команду и дам Америке надежду на победу. Я всю свою жизнь искал отца и нашел его. Это Джо Дюпон. Все это глупо. Борьба, спорт для низших. А я не хочу видеть, как вы падаете. Почему в зале никого нет? Не знаю, я... Неблагодарная скотина. Марк. Марк. Ничего. Марк. Он в норме. Хорошо. Мне не нужна твоя помощь. Скажи, что у вас с Дюпоном? Я все уже сказал! Тренер – это отец. Тренер – это учитель. Тренер – Бог. Он повелевает жизнью спортсмена.